по-моему, банил. Так что погнали с нами. Друзья, всем привет, с вами канал «Живая русская баня», меня зовут Владимир Ефремов. У нас сегодня третий день банного марафона. Я вот два дня у Саши Николаева в бане парил, а сегодня уже поехал по баням, ну, пообщаться просто с людьми. Они уже третий день, они уже видели все три бани, сегодня третий день в третьей бане парятся, но у нас здесь в Челябинске коллапс. Сегодня с утра даже объявили ЧС в трех районах города Челябинска, там по каким-то дорогам даже не пропускают. У нас здесь перемело все. Температура в районе 25 градусов и ветер, наверное, порядка 30 метров в секунду. Я сегодня только полтора часа откапывался, чтобы вообще хоть куда-то выехать. Весь бампер у машины расфигачил. Вот ребята уже попарились у Кости в бане, у нас в бане. И сегодня приехали к Андрею Любову. Ну, здесь вырубило все освещение. Ну, будем без света пока париться. Насколько баня сейчас пока вытянет. Правда, насосы на электричестве все работают, отопление, теплые полы на электричестве у него работают. Пока баня будет тянуть, будем людей парить. Как вам вообще? Все супер. Мероприятие само, вот, в принципе, как? В каком бане, да? Мероприятие в целом, ага. Я на следующий год однозначно. Уже есть кто на следующий, да, на следующий год приедет? Уже и братцы будут. Ну ладно, я не буду хрустеть. Все душевно. Получили от себя то, что получили, точнее, себе то, что какие мысли у вас были, какие вопросы, может быть, у вас были, или какие-то вопросы не раскрыли еще. И даже чуть больше получил, чем я рассчитывал, на самом деле. А остальные все равно какие-то мысли, вопросы в голове были, может быть, что-то еще не узнали. У меня 3 года был поиск той парной, которую я хочу себе сделать дома, построить баню. И бюджет есть, и вроде бы понимание, что я хочу, есть. Но у меня было ощущение, что я не нашел еще то, что вот хочу. Вот, наверное, в 2021 году я буду дома себе строить баню. А какие мысли-то у тебя пришли? Ты сейчас понял, что чего-то хочешь и более сформировал? Ну, планировка парной. Вот однозначно у Черняева Константина. Вот эта планировка мне понравилась. Чтобы полог центральный. Полка. Никакие другие варианты. Ну, с учетом домашней бани, на мой взгляд, это идеальный вариант. Печка. До конца нет понимания. Вот все три печки и пар разный. И насколько вот он лучше или хуже, на мой взгляд, у нас пока субъективные мнения. С любой печки можно достать пар. Ну, любой печкой надо учиться управлять. Да, поэтому... Второе пожелание твердое у меня возникло, что нужно идти учиться. Не только дома просто парить, а еще куда-то учиться, либо курсы, либо парильщику какому-то. А для чего? Чтобы для семьи научиться парить? Ну, для начала для семьи. Я пока не готов бросить бизнес и, ну, и стать пармастером. Это понятно. В перспективе, наверное, может, и приду к этому. Вообще, банный марафон... Это, наверное, самые яркие впечатления за последние 10 лет. Какая Турция, Таиланд не сравнится с этим мероприятием. У нас получилось, что это вышло на 23 февраля. Какие-нибудь предыдущие 23 февраля помните свои, нет? Нет. А это 23 февраля, наверное, запомнится надолго. Да. Это сравнимо с горами, наверное. Да, как поход в горы, то есть эмоции вагон. Прошлого года. И надолго это еще. У нас есть еще человек с Вологды, который делает себе печку, сделал уже себе печку из кирпича. Сам заморочился, никогда не делал кирпичную кладку, никогда же ты до этого не делал. И тут заморочился, сделал сам себе печку. Ну ты еще и не пробовал ведь ее, прям вот чтобы попариться. В бане нет, пока разгоняем, так и топим. Чтобы помещение протопить, в доме отопления нет, поэтому пока что ей протапливаем помещение, чтобы работы какие-то выполнять. Но в целом, да, я доволен, но как будет в дальнейшем, это, конечно, время покажет. Сюда приехал специально для того, чтобы понять вот именно виды бань, разные парения, да. У нас, допустим, такой услуги в городе нету вообще, и поэтому было, да, крайне интересно понять парщиков, как это... Банщиков. Банщиков,
Да. То есть как это. Только не обзорно, да? Да. Не обижайся. Да, как это все. Это от неопытности. В целом, да, опыт такой замечательный. И я считаю, что стоит приехать всем, попробовать. Это такие незабываемые ощущения. Андрюха, конечно, заморочился больше всех, знаете, с такой это. С душевностью в бане. Ну, мы у себя в бане людей пригласили, ну, чаек пьем, заходим, паримся, а Андрюха здесь прям. Ну, прям. Ребят, я же банщик. Устроил. Я же банщик, я ориентирован на индивидуальное только парение, по большому счету, поэтому каждому гостю, который, у меня нет клиентов, нет посетителей, у меня всегда только гости. Каждому гостю, который ко мне сюда приезжает, я должен показать и русскую баню с лицом, грубо говоря, и всем сердцем к нему подойти. Поэтому, извините, по-другому просто не умею. В общем, мы сейчас поехали в баню Кости Черняеву, посмотрим, как там ребята парятся. А пока мы едем, посмотрите, как мы вчера парились в нашей бане. Ну, где хозяин Саша Николаев, а делали баню, грубо говоря, ефремовская, только совсем не стандартная, но она там широкая, длинная, помещения совсем другие. Но посмотрите пока, как мы там парились, а мы поехали пробивать дорогу через сугробы к Косте Черняеву. Погнали. Чемодан кожаный. Да нет, входная дверь. С улицы вот сюда он вспотеет. Угу. Также вот на окне конденсат, а на поверхностях нет конденсата, потому что они где-то в районе 27, наверное, 28 градусов температура стен. Поэтому на них нет конденсата. Но все, что будет холоднее, все с улицы, оно все будет конденсатом покрываться.
эта печка, она полусерая. Ну она по-серому, да? По-серому, да. Сейчас пока открыто дымоход идет, потом он прольет, чтобы дымоход первый этот вылетел. Дымоход перекроет и будет уже с камней. Все, ну и топиться уже она не будет. Нет. Он в обед потом опять дотапливать будет, потому что на всех не хватит. Дайте пару!